Территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами усовершенствовали с учетом мнений жителей Карелии. Сегодня начинается повторное общественное обсуждение, которое продлится до 15 сентября. Как сообщили в Минприроды Республики, при работе над новым вариантом схемы было учтено порядка 750 замечаний. При этом сжигание отходов признано неперспективным. Для Карелии выбрана экологичная финская технология «Хартферм», которую поддержали ведущие экологи региона. Отказались специалисты от размещения мусорного полигона в Сигежском районе. Действующая свалка в Прионежском районе будет рекультивирована и преобразована в современный экотехнопарк, в котором будут перерабатывать не только новый, но уже накопленный мусор. Будет действовать и запрет на ввоз в Карелию мусора из других регионов. Каждый житель Карелии сможет собирать мусор по двухкомпонентному принципу – пищевые отходы отдельно от всего остального. Все мусорные площадки обустроят контейнерами двух типов – один для пищевых, другой для непищевых отходов. Рассматриваются также варианты сбора крупногабаритного мусора и батареек. Добавим, что в настоящее время в республике подлежит захоронению 95% всего собранного мусора. На первом этапе работы новой территориальной схемы предусмотрено сокращение этой цифры до 40%, а в дальнейшем до 5-10%. Познакомиться с новым проектом можно на сайте Минприроды Карелии и направлять свои предложения по электронной почте ведомства.